Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя-легенды. Так, остается совсем немножко времени до понедельника. И вот я решил все-таки сделать вечернюю серию, которая, правда, выйдет завтра. Только сегодня я уже не успею. Ну, на худой конец выложу ночью. Так, идем с тобой в список. А нафиг мне список? Мне нужно идти в бой. Турнирная арена. Так, как ты видишь, мы с тобой в Лиге Мастеров. Две звезды, ранг у нас 47-й, 42 отката. И нам нужно с тобой выбиваться в топчик. Обязательно в топчик, поэтому приступим. Так, возьмем двух этих, да, Супер Шреддер плюс Ванек. И вот этих вот. Погнали. Так, сегодня обязательно, прям вот нужно дойти до трех звезд. Не обязательно, конечно, топовое место занимать, то есть последнее. Но три звезды обязательно нужно взять. Так, хорошо. Тихо. Ты что делаешь, кабанчик? Угу. А если мы вот так вот? Адьюс, амиго. Мы подбили, отлично. Ну что, довольно неплохо начали. Я надеюсь, также и продолжим. Ну-ка посмотрим, на какое мы место с тобой приземлимся. 38-е. Ладно, 38-е так 38-е, с этим ничего не попишешь. Так, берем Супер Шреддера плюс Лео, да. Будем брать с собой Шреддер плюс Лео. Или Армагон Лео. В общем, вот такая вот команда у нас будет. Грубо говоря, неубиваемая. Это, друзья мои, эту серию можно было бы, в принципе, даже не выкладывать, потому что здесь чистый, как бы тебе сказать, не то, что даже чистый буст. Короче, здесь мы, скажем так, я буду брать постоянно Шреддера плюс Леонардо. И таким образом мы с тобой выйдем на три звезды. Короче, можно назвать, что это как фарм, но не фарм, а хитрое прохождение, что ли, блин. Или нечестное прохождение. Ну, можно и так назвать, наверное, да? Поэтому не обязательно эту серию, ребят, вам смотреть. Просто есть ребята, которые, ну прям, я не знаю, болеют этой игрой и просто постоянно просят: сними да сними. Вот именно для них, наверное, эта серия и подойдет как раз. Если кто-то ищет что-то новое, думает, там что-то откроется, да, или кто-то прокачается, нет, ребят, сегодня этим заниматься мы не будем. Прокачками и тому подобное. Чисто вот так вот будем на ускоряшке двигаться. Сейчас цель просто занять топовое место. Это, естественно, Лига Мастеров 3 звезды. Естественно, завтра мы еще с тобой проконтролируем этот процесс, чтобы нас не скинули оттуда. Все это делается ради осколков. Кто-то написал мне в комментариях: Рэй, почему ты не тратишь монеты? И ему также в комментариях ответили, опять же, подписчики: а зачем ему тратить, если у него все персонажи есть, которые куплены за монеты? И правильно он ответил. Поэтому я и не трачу их. Их некуда тратить и незачем. Они будут у меня просто теперь копиться. Сейчас у меня в данный момент в приоритете это жетоны. И кто-то написал: Рэй, а почему ты не покупаешь кроликов? Они лучше, чем Бибоп. Естественно, ребята, кролики лучше, чем Бибоп. Но ты не забывай, что кролики по цене. Ты видел, сколько стоит? 800 с лишним, только 3 ДНК. Мне до этих кроликов, я быстрее прокачаю Бибопа, там Рокстеди и остальных, чем тех самых кроликов. Кролики будут у меня прокачиваться, наверное, в самую-самую последнюю очередь. Так, ребят, нам, наверное, еще один поединок, скорее всего. И мы уже с тобой будем в Лиге Мастеров. А в Лиге Мастеров именно 3 звезды. Так, берем вот эту вот команду. Раз, два, три. Ну что, почапали. Чем быстрее, как говорится, тем лучше, да? Чем быстрее доберемся, тем, как говорится, нам будет спокойнее. Так, тихо, давай, Лео, жги. Замечательно. Угу. Это все мы с собой пропускаем по-быренькому. Продолжить. На первом месте, ребята, с топорнула, ты прикинь.
Ну, я не знаю, ну давай, наверное, 17-24. Или эту команду, или эту. Ну, давай эту возьмем. Так, так. Может быть, даже успеем отыграть, хотя не знаю, нужно ли нам отыгрывать всех. С одной стороны, вроде бы как и нужно. А с другой стороны, зачем, если мы с тобой, например, возьмем, да, тупое место и все. Так, крутанули, завернули. Ну и, как ты понимаешь, все, двигаемся дальше. Так, и вот, ребята, у нас Лига Мастеров 3 звезды. Отлично, 90-я позиция. Уже, как говорится, повеселее стало. Опять же, Шреддер. Опять же, давай Армагона, наверное, возьмем. Уже не будем там тратить много откатов. Их и так у нас мало, и к тому же денег тоже мало. Особо сильно не разгуляешься. Так, Крэнк вылез там откуда-то, непонятно. Из земли, ё-моё. Так, это меня не устраивает. Давай, Армагуша. Шикарно. Нифига себе, как он этими, да? Видел, жонглировал. Как профи прям. Ну что, с 90 на 80, надеюсь, да, перейдем? Так, точно, 10 ступенек ровно пролетаем. И берем... Давай вот эту, наверное, команду возьмем. Так, Шреддер плюс... Бакстер Стокман. Шреддер плюс Бакстер Стокман. И вот эти вот ребятушки. Сейчас мы посмотрим, что у нас тут получится. Ну, шипы, естественно. Кто-то попадет сейчас под постепенный урон. И давай волной. Найс. Блин, такая урок, кстати, вот эта вот косуха крутая, ты видел, да? Шиповки плюс безрукавочка идет. Классно. Ну что, 70-я позиция. 69-я, даже не 10, а 11 ступеней пролетели. И это круто. Возьму вот эту вот команду. Шреддер, Рафаэль, Донни, Майки и Кейси. Специально взял вот этих вот топовых бойцов. Ну, кроме, конечно же, Кейси, естественно, ребят. Кейси тут не при делах. Так, и вот теперь надо подумать, кто у нас. Давай, наверное, сделаем вот так вот. Теперь шипы. Угу. Дальше, дальше, дальше вот этого звезданем Рафаэля. И сюрикены. Да. Постепенно урон, естественно, тут уничтожает. И мы с тобой продвигаемся дальше. А с кем у нас еще пойдет Шреддер в команде? Ну, там есть, в принципе, кого взять. С 69-го места мы с тобой на 59-е. Сейчас, опять же, ровно 10 ступеней пролетели. Возьму вот этих вот гавриков. Можно взять Зека и... Криса Брэдфорда, Рокзара и Сплин... Не, Сплинтера опасно брать. Железноголового. Вот так вот будет поэффективнее. Ну что, шипы? Бомбочка. Вначале бомбочка, естественно, от Зека. Дальше идут шипы от Супер Шреддера. Кто-то написал в комментариях там, ну, вопросительный знак. А что, Шреддер будет сильнее, чем... Крэнк, вроде бы так звучало. А, нет, там звучало. А что, действительно, что ли, типа, Супер Шреддер самый сильный в игре? Ну, на данный момент для меня он самый сильный. Вот в данный момент из всех персонажей, которые у меня есть, он самый сильный. Потом идет у меня Армагон. Потом Лео, Усаги. Ну и там уже дальше, дальше уже перечислять даже не стоит. Как бы вот так вот, если брать по... Именно по силе. Так, берем с тобой Джастина. Давай возьмем Усаги. Вот.
Это кого я бы мог отметить? Остальные ребята у меня не прокачаны, поэтому за них я просто не могу ничего ответить. Потому что Бакстер Стокман тоже в свое время, я помню, был, когда он был на 80 уровне, его на суператаке и его инициатива просто оставляла желать лучшего. Но когда мы его прокачали до 100 уровня, он совсем, ребята, по-другому, он преобразовался. И вот то же самое вы сейчас мне говорите по поводу Крысиного Короля. Что, типа, он топчик, у него суперудар это топовый. Я вот и хочу, ребят, сейчас его прокачать и проверить это, как говорится, на собственной шкуре. То есть, чтобы не кого-то там слушать. И этот, а тут уже явно будет. Мы берем, справляется, значит, хорош. Не справляется, значит, все это Фуфляндия белыми нитками, как говорится, штопана, да? Так, секундочку. Лео, Лео и Бибоп. Погнали. Сегодня хотел, ребята, еще поиграть в Дракон Всадники Олуха. У нас же нам надо пройти, да, пройти события. Потому что какой у нас один день пройден, да, был. Там еще два события. То есть это как минимум 2 дня еще нужно. Ну что-то уже все, ребят, чувствую без сил. Устал, как, я не знаю, как пес. Поэтому, наверное, сейчас вот сыграем и лягу спать. А завтра уже или ночью, если встану, да, или уже завтра с утра. Как раз перед обновлением выложу игру. Так, что у нас тут дальше? Ну, возьмем вот эту вот команду. Опять же берем Шреддера плюс Леонардо. И вот этих вот орлов. Ну, естественно, тут бояться нечего. Когда Шреддер один, есть опасность, что он кого-то разберет. Если он с кем-то в паре, то все. Это, считай, команда уже непобедимая. Вот как-то так. Блин, этот пиццерицей хапает все. Просто-напросто. Ты видел, да? Он сосиски, которые у него типа нунчаки, слопал. Потом пиццы, которыми он разбрасывается, тоже их слопал. Какой-то проглот. Ну что, 16-я позиция. Худо-бедно, но я так понимаю, нам еще нужно будет с тобой 2 поединка сделать. Давай я возьму Армагушу здесь. И вот так вот, чтобы далеко уже там не бегать, начнем прямо отсюда. Все равно осталось всего 2 боя сделать. И все. Так. Я не знаю, может быть там у нас сыр накопился. И возможно один разочек или парочку можно пофармить. Может быть жетоны нам выпадут. Тут просто, если бы я был бы уверен, что эти ребята делают суперудары, я бы, наверное, поставил бы на автобой и пошел бы пить чай. Но я прекрасно знаю, что они будут бомбить своими обычными ударами и при этом фейлиться. Ну что, ребята, а вот и топовое место нам, по-моему, сейчас уже сулит. Берем Супер Шреддера, берем Леонардо. Так, так и вот так. Окей. Так, интересно, у нас мутагена хватит для того, чтобы поднять уровень Ваньки Стиранка, а? Так, тихо, в минус. Ну вот и все. Ну что, забегаем в топчик. Угу. Вот и все. С ареной, слава богу, мы с тобой закончили. Так, тут у нас все по откатам идет. Здесь дай-ка я все это обменяю, чтобы не смущало меня лишний раз. Испытание, девичья сила. Так, сколько у нас? 42 сыра. Так, 3 бакинских. Это опять все не то. Не то. Видишь, ребята, у нас очень много уходит телепортов именно вот на эти фармы. По 4 штуки, поэтому очень быстро они тратятся. Так, и смотрим, что у нас по пицце. 137. Так, ищем, кого там ищем? Крысиного короля. Навыки. Нам нужно с тобой найти 2 силовые ячейки крэнгов. Так, еще одну находим. Нет, нам выпадает микроскоп. Вот. И получается, что дальше нам нужно искать...
Ну, 9 наушников получается. 9. Так, раз. Блин, я смотрю, у нас откат улетает. 2 3. Так, зеленая колба какая-то выпала. Опять колба. Ты хорош. Эй, какие колбы? Колбы мне... Да мне не нужны колбы вашей. Ты посмотри, а. Да. Так, ребят, 6 откатов, прикинь, 6 откатов всего остается. Так, я потом, надеюсь, смогу купить. Сколько стоят откаты? $500, 100 штук. Блин, не хватает. Ладно, я думаю, в следующий раз мы получим с тобой 70 бакинских. И купим 100 штук хотя бы. Так, уровень мы сможем с тобой прокачать нашему... Наверное, нет. 28, да, не хватает буквально чуть-чуть. Ну, ничего страшного, завтра прокачаем. Ну что, друзья мои, вот, в принципе, и все. На этом я буду закругляться. Всем пока, всем удачи. И до новых скорых видосиков.